Шкуру медведя будем смотреть, гадать. Шкуру медведя. Сейчас мы отработали с девочкой одной. Вот. Блин, не люблю вот это кресло. Все видно, слышно. Не слишком ли ярко? Но я понимаю, Дима Тильтигин любит, чтобы ярко было. А я не очень люблю. Слышь, Димка, как это? Алина, твою фамилию сказала сейчас. Слышал, Дима, Тильтигин? В процедуре, а она называется ультразвук, можно коктейли молодости принести очень глубоко, в каждой клеточке, до дермального слоя. И кожа будет выглядеть тут же великолепно. Так, все, ладненько. Всем доброго вечера, всем прекрасного настроения. За донаты, если у вас есть вопрос, вы можете донат переводить по... А я не закрепил, да? Ох, я шустрый. Никто не стесняется. Каналу всего лишь 4 дня. Поэтому, я, как говорится, я сам стесняюсь, и вы не стесняйтесь. Нам вместе будет... Всем привет, добрый вечер. Политику мы здесь не обсуждаем. Никого мы не оскорбляем. Иначе у нас здесь такая полиция сидит, видите, синенькая. Димка Тильтигин, он быстренько удаляет все. Поэтому смысла нет здесь ерунду писать. Особенно про политику. Но молодец. Дай посмотрю. Пишите вопросы, донаты, если придут. На элементарные вопросы я могу и бесплатно ответить. Но если там более глубокий, конечно, только за донат. Хорошо? Что там, покажи. Толстый Ленин, наконец-то, где? Его. Так, ну, надеюсь, у нас тоже все получится, как и у вас. Итак, я включаю звук. Если приходит донат, вы об этом сами услышите, в принципе. Итак, простые вопросики там. Любит, не любит, я и так могу вам посмотреть. Пишем имя обязательно. Все здороваемся. Вот здесь должен стоять лайк. Дальше здесь должен быть написан вопрос. Если вы перевели донат, слово донат в вопросе должен в скобочках быть. Наблюдает ли он за тобой, да? Вижу вопрос. Наблюдает ли он за тобой, наблюдает ли он за тобой. Вот тут должен быть, да. Еще вот тут. Лайк. Здесь вопрос. Наблюдает ли он за тобой? Что, в ссоре, что ли? Карта ссоры выпала. Тут привидение просто ходит. Не волнуйтесь. Не переживайте, вам привидение ничего не сделает. Здесь домовой шляется. Кто лайк не поставил, к вам сейчас домовой придет. Колесница. Вообще к тебе дорога идет. То есть человек идет к тебе навстречу. Так, Илья, почему до сих пор нет лайка? Сейчас буду каждого цеплять и спрашивать, почему. Дорога, короче, к тебе идет. Наблюдает ли он за тобой? Ну, если по вот этим вот картам, которые уже выпали, ответ да, наблюдает. Мало того, он думает о тебе. Мало того, и будет в ближайшее время действовать. То есть рваться к тебе с тем желанием увидеться. Но это все... Дай-ка